Тёмася, ой, сегодня тепло, наконец-то, скажи. Ура! Так, сколько снюхать на солнышке тут? Плюс 10. Ну, это на солнышке нагрелось. Так, градусов на 6, может быть, 5. Так вот. Андрей придумал, чем шлифовать стены. Кусочек от пеноблока лучше, чем наждачка. Она тоже, кстати, стирается, но зато хорошо выравнивает. Намного лучше, чем наждачка. Поэтому, видите, какой способ есть. Экономичный. Всем привет! Наконец-то у нас тепло. Первая ночь, первый день и первая ночь у нас без минуса. За неделю точно, а так все было минус. Сегодня потеплее, сейчас мы начали чистить стены, зачищать в домике. Че, Масюль? Вот, надо подготовить, потому что на днях приедут уже делать потолок, чтобы все было готовенько. Начнем эту комнату. Работа жарковато сегодня, что у меня маска тут и сопли, и слюни всего налетело. Фу, так все, сейчас осталось тут подмести, и комната готова. Все, все зачистили. Я сейчас хочу, ну сейчас отдохнем, и хочу прогрунтовать еще раз стены. Потому что, когда и брызгаешь, то можешь попадать на потолок. А потолок же мы поменяем. И чтобы не запачкать потом в новый уже, вот сейчас пройду грунтовкой. Все пропрыскаю. Ай, а что за радость? Бусь, пойдешь, Бусь? Выходи давай. Иди, иди погуляй. Сегодня тепло. Хрю-хрю. На носу там раку. Так, все, я переоделась, а то сильно запылились. А, хотела покрыть грунтовкой сначала стены, но думаю, пусть повыветрится хорошенько. Завтра с утра уже займусь этим вопросом. А сейчас что-то опять тучки начали ходить. Сейчас хочу заняться, порассажу, наверное, некоторые, посмотрю, саженцы, которые мне пришли из клуба садоводов-профессионалов. Сейчас посмотрю. Что, куда, еще не знаю сама, правда. Вот. Думаю, земля растаяла, потому что утром земля была очень и очень мерзлая. Земля ведь мороженая. О,
мороженое. Ирисы. Все замерзло. Вот так вот. Вот, сейчас займусь. А, я еще вам забыла рассказать. У нас приезжали замерять потолок. Поэтому мы в срочном порядке готовили стены, чтобы... Потому что если сделать новый потолок, чтобы его не испачкать. Поэтому мы вот сегодня выбрали день и все быстренько прошкурили. А, вот, наверное, сейчас можно уже будет звонить, что мы готовы, чтобы нам приехали и натянули потолок. Что вот, поэтому мы сегодня так подторопились. Что-то опять ветерочек поднимается. Ладно, все, я пошла смотреть, не знаю пока куда, чего кусты. Сейчас достану, они у меня в подвале еще хранятся, потому что там темно и прохладно. У нас целую неделю, я уже как говорила, было минус, даже днем. Даже днем был минус 2, сильный ветер, по ощущениям минус 7, поэтому подвальчики наверху могли бы замерзнуть. Вроде была в маске, да, видимо, все равно что-то попало, то, что шкурили, вот. И вот Андрей хотел сегодня доделывать то, что тепло, кладовку. Вот, но мы переключили все силы сегодня на домик. Нужно доделать его. Потолок, кстати, про потолок еще подорожал, но незначительно, совсем немного. В комнате большой у нас то, что есть уже потолок, мы его решили все-таки заменить. Там, во-первых, в некоторых местах порвато, и, ну, в общем, посоветовали, все-таки решили его менять. А так как у него уже каркас есть, то есть он будет стоить подешевле, чем вот в комнате. В общем, заказали, пока еще по старым ценам, так говорится, успели. Вот они должны теперь на днях приехать. Вот видите, все у меня тут хранится. Потому что первые розы, которые были наверху, когда пошел первый минус, вода даже замерзла. Ну, сейчас посмотрим, буду обрезать и смотреть. В первую очередь мне нужно посадить малину, ну и деревья, а потом уже будем розы распределять. Сейчас это достану и буду рассаживать. Так, вот достал саженцы. Так что сейчас будем думать. Ну, малину я знаю, у меня есть место под малинку. Вот там у заборчика. Вот, а... По поводу деревьев тоже сейчас будем думать. Саженцы, как я уже говорила, не лучшего качества. Видите, вот, допустим, малина. Совсем сухая веточка, почти без корней. Хотя у малины должна быть такая метелочка. Но ее не оказалось. Вот, надеюсь. Ну, это навряд ли, конечно, отрастет, сомневаюсь. И там еще есть несколько также в таком же состоянии сухие веточки. Не знаю, что будет. В общем, вот это место у меня как раз подготовлено для малин. Мы, конечно, хотели еще один короб туда сделать, но у нас шифера пока не хватило. В общем, что, так как у меня это место под малину, я сейчас буду доставать вот эти розы из прикопа. Пока замочу, а завтра уже буду их рассаживать. Вот, смотрите, некоторые отрастают все-таки. Красненький, но отрастает. Вот, и буду уже завтра рассаживать. А малинку сейчас сюда пристрою. Это вот в том году. Два вида у меня тут. Надо бы ее пообстричь. Что-то я поленилась в том году. Сейчас все займусь. В общем, сейчас буду сначала малинку рассажу, а потом Андрей придет, мы уже кусты рассаживать. Деревья, вернее. Так, вот эти розы из прикопа. Конечно, какие-то нужно будет обстричь. Вот верхушки совсем подмерзли. Но они и были, в принципе, в таком состоянии изначально, поэтому даже не у меня они, что такого качества розы пришли. Так что делать, спасаем. Ой. Вот у кого-то всасывающие, вон белые корешки уже хорошо пошли. Вверх тоже это Мисти Баблс. Хорошая розочка. Вот. Так, тут тоже... В общем, я сейчас их сейчас замочу, а завтра я буду рассаживать розы, заниматься. Конечно, не все. Тут хорошо отросло. Цезарь. Ну, какой-то части. Вот.
Так, ну все, место приготовлено. Тут то немного пообстригла. Там уже, кстати, почки просыпаются. Малины. Ну вот, и молоденький вот там растут. Вот уже. Видно, да? Вот, а сюда, вот эту, которую... Ой, господи. Вот эту, которая вот мне из КСП пришла. Некоторую мне надо поукоротить. В общем, пока посмотрю, может что-то и не прирастет, пока сюда. Хотя и здесь... Столько сортов, места маловато. Но так как у меня вот здесь по две штуки одного сорта, кроме одной, буду садить парочками вот так. Так. Сейчас распределю. Кстати, малина есть ремонтантна. По-моему, только два сорта. Три сорта. Остальная всего обычная малина. Самая обычная малина. Знаменитый сорт сорта. Ну, я уже показывала в обзоре. Какие. Конечно, если что-то отрастет. В общем, вот. Сейчас буду рассаживать сюда. Ой, ну что, начала резать верхушки. Вот это красная королева. Видите, уже сколько дорезала, и все. Все неживая. Сухая ветка. Но вот тут вот снизу вон что-то пытается отрасти. Так что... кромсаю до живого, но живого пока я не вижу. Вся, видите, вся сухая. Надежда только то, что отрастет от корней, потому что верх весь гнилой, сухой. Можно сказать, маленькая надежда остается. Ладно, сейчас переберу и все покажу. Так, в общем, что тут по итогу? 5 сортов по 2 штуки и один сорт. Одна штука. Это гигант рубиновый. Вроде ничего, неплохой саженец. Так, эти тоже 2 неплохих. Вот это пришлось хорошо укоротить. Вот это вообще навряд ли выживет, вся сухая. Пихну, не знаю, может от корней что-то пойдет, а вторая более-менее, вторая нормальная, даже почки пошли. Это сорт Джоанджи, по-моему. Да, Джоанджи. В общем, одна, по сути, вторая помрет, наверное. Так, вот этот сорт, обе неплохие, дочь Геракла. Вот это я показывала, красная королева, вот второй тоже, только если от корней что-то пойдет, верх гнилой. Вторая более-менее, но я бы не сказала, что прямо совсем живенькая. Так, ну все, малинку рассадил. Но она у меня здесь временно, пока до осени, потому что я хочу рядами по сортам, если у них какая-то будет отростки, поросли. И у меня в планах, но это потом нужно будет убирать нам вот этот весь виноград старый. Мы ставили столбенки, Андрей, когда только первый раз приехал. Виноград весь был по земле, тут заросший бурьяном. Вот он его поднял, но толку от него нет. Весь виноград больной. Вот это чуть-чуть было один раз. И все. Остальные выхаживаем, толку нет. В общем, весь этот виноград мы старый выковырчим. И здесь будет у меня полянка. Вот так, ряда 2-3 надо будет сделать под малины. Но это к осени. Ну вот, пока. А пока она пусть отрастает. Потому что еще, судя по саженцам, возможно, какие-то и не приживутся. Так, вот эта длинная, наверное, надо еще поукоротить. Вот до этой почки. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот эту ставлю. Вот так вот. Так, воткнем, вдруг отрастут. Поэтому пока она у меня будет здесь временно. Как только разведется, так сделаю здесь вот поляночку под малинку. Так, ну это у меня тут с розой
вдохновение заказ. Пусть стоит. А вот эти сейчас замочу, завтра тоже буду все рассаживать. В общем, на этом месте у нас слива росла московская. Из Москвы привозили еще 2 года назад. Вот. Толку от нее нет. Вот как сидела она, так и сидела. Корни толстые не нарастила за 2 года. В общем, мы ее отсюда убираем, чтобы не терять зря времени. Выкидываем. На это место сейчас посадим абрикос. Конечно, не важный. Тоже корни не очень. Но сейчас еще перегноя куриного сюда хочем насыпать. Андрей добывает. Замерзло, говорит, все там. Сегодня вроде весь день плюс, все равно не отмерзла, да? Она же пол ведерка хватит. Вот, попробуем так. Привязать надо обязательно. А? Я говорю, привязать надо обязательно. А мы не знали раньше. Пока корни не наросли, а его болтают и плохо приживаются. Это-то помощница. Мазь правильно, хоть мы тут делаем. Не знаю, видно будет, не видно. Солнышко на заход пошло. Андрей еще повырубал веточки там от вишни, внутренние лишние. В общем, все, сад посажен. Здесь абрикос. Там слива я показывала. Ой, черешня. Так, тут от ветра защищенный персик. Вон еще ветки надо убрать. Андрей еще набрезал персик. Вот. И там последний между грушами. Вот у нас груша. Как-то она странная, как колоновидная. И груша невкусная. Хотя бывает каждый год. И вот тут груша. Эта груша вообще... Она ранняя, вкусная. Вот. А вот я хотела еще позднюю грушу. Вот это выписала позднюю. В общем, между ними посадили третью грушу. Вот здесь расти. Ну, я надеюсь, что отрастет все. Так, завтра я займусь. Надо будет мне вот здесь все начинать перебрать. Вот той стенки посадить. Плетистые розы. Хотела перебрать вот ту горку еще. Беспорядок на этой горке. Ну, не успеваю. Что сегодня уже время 6 часов. Весь день сегодня. Пролетел быстро. Завтра посмотрим по погоде как. Но я займусь огородом. Андрей будет доделать кладовку. Вот такие дела. Все, сегодня огородные дела закончились. Поднимается ветерок небольшой. Пойдем домой. Сейчас буду ужин готовить и отдыхать. Всем до новых встреч. Пока-пока.